доставлены в больницу. Сейчас выясняются все подробности ЧП. Лидеры международных террористических организаций меняют тактику и ориентируют своих сторонников на автономный джихад, направленный на гражданских лиц, правоохранителей, объекты инфраструктуры. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей безопасности и специальных служб государств СНГ. Он также отметил, что после поражения международного терроризма в Сирии и Ираке, в Афганистане, где уже есть позиции игиловцев.